Здравствуйте, это программа «Город С», я Елена Чернявская. Библиотека сегодня – это уже далеко не только книги, современная библиотека. В первую очередь информационный центр. Более того, современная библиотека – это центр общественной жизни, ориентирующийся на личность, на ее меняющиеся потребности. Это уголок для отдыха, в котором человек чувствует себя защищенным, где можно не только получить информацию, но и комфортно пообщаться с другими людьми. Ну а если говорить о том, какой должна быть современная библиотека, то вот, на мой взгляд, немаловажным моментом является ее и внешняя привлекательность, наличие хорошей, удобной мебели, современного мультимедийного оборудования. А вот какое мнение о библиотеках у моих гостей? Вот сейчас и узнаем. Главный библиотекарь филиала библиотека номер 8 СМИП «Самара» Наталья Борисовна Федорычева и ведущий библиотекарь филиала библиотека номер 8 СМИП «Самара» Игорь Игоревич Кузнецов. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Ну что же, спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Давно мы не виделись, не говорили о вашей библиотеке. Так вот, первый мой, наверное, вопрос. У вас же существует литературный театр «Сцена 8», который в этом году отмечает 5-летний юбилей. Расскажите, пожалуйста, об этом театре. То есть в библиотеке театр. Да, действительно, это уникальное совершенно явление для библиотечной системы в целом, городской, поскольку мы привыкли, что театр существует в специальных каких-то помещениях, имеет какую-то свою историю, работают профессиональные актеры в этих театрах. В нашем случае это и так, и не совсем так. Вообще, я начну издалека. Дело в том, что в последнее время мы, библиотечное сообщество, часто слышит упреки в свой адрес, что мы уходим в какую-то досуговую форму, все больше для отдыха, и литературная часть немножко уходит на некоторое отстранение, хотя вот в нашем случае это совершенно по-другому выглядит. Наш театр литературный, и в названии этого присутствует слово, то есть вся работа нашей библиотечной системы в первую очередь, и нашего, и библиотеки конкретно, это литература-центричная работа. То есть литература выходит на первый план, и все формируется на использовании вокруг книги. Литературный театр «Сцена 8», и, наверное, легко ассоциировать это название с библиотекой под номером 8. Казалось бы, это именно с этим и связано название, на самом деле не совсем так. Дело в том, что мы как-то обратились в нумерологию и прочитали, что число 8 – это успешное начинание, значение вот этого числа. Успешное начинание, и, во-вторых, цифра 8 повторяет символ бесконечности графически. И мы, конечно же, желаем нашему новому созданию, относительно новому, все-таки 5 лет – это малый срок, первые наши 5 лет прошли, и желаем, конечно, успешного продолжения. Да, чтобы этот проект был бесконечным, в хорошем смысле хорошим, этого слова. Конечно, да? Напомним. Игорь Игоревич, есть также в библиотеке проект «Голоса пьес». Расскажите, пожалуйста, это тоже интересный и уникальный проект. Ну и, конечно, какие авторы звучат в проекте? Да, «Голосам пьес» не 5, а 3 года. Мы чуть помладше, но тоже существует. Вот буквально скоро у нас тоже будет день рождения. Особенность «Голосов пьес» в том, что у нас проходят читки, именно театральные читки. Это не спектакли. Каждый месяц, вне зависимости, я не знаю, холод, мороз, жара, мы всегда выходим, всегда на связь. Когда был коронавирус, мы вышли в онлайн-пространство и делали онлайн-читки каждый раз. Когда было все, ну, так напряженно, актеры выходили из своих домов. То есть я выбирал пьесы, да? Которые маленькие, 1-2 человека, они там сидели. У меня, например, есть пара актеров, которые, ну, как муж с женой. И вот они вместе, выбрал для них пьесу, и они из дома как раз транслировали, разговаривали с публикой, говорили, и это очень важно. Особенность «Голосов пьес» в том, что мы не говорим, какая пьеса будет. То есть это для меня обязательно, что зритель не должен знать, на что он идет. То есть он может прийти на какого-то классика, там, я не знаю, там, Чехова, который он озвучал, либо на какого-то современного автора. То есть зритель приходит в пустоту, полностью отключается, и только в конце он как раз-таки узнает, что было за произведением. Например, «Горький», Васа Железнова, да, который мы перенесли в 90-е, сделали, и зрительный зал до середины вообще не очень понимал, что происходит. Ну, подождите, а если кто-то знает классику, если кто-то знает текст и читал, конечно же, он узнает произведение. Конечно, это узнает. Но опять мы делаем таким образом, то есть его переиначиваем, переосмысливаем, чтобы как раз было всем интересно. Это тоже очень важный момент.
Ну, давайте честно скажем, ну, кто пойдет на Васю Железнову, если главную роль не играет какая-то прям такая звезда? Ну, я не знаю, Гузеева, Вася Железнова. Пойдут? Пойдут. А если там кто-то местный, то, к сожалению, нет. Но есть же такая проблема, что мы больше идем не на произведение, а именно на звезд, на режиссеров. Вот для меня это важно сломать было в проекте, и мы как раз это сделали. А как вы уже задавали вопрос про авторов, я не могу сказать, что прям вот там 50% классики, современности. Это все зависит от актеров, которые у меня есть. Читаешь какую-то пьесу, идеально прям раскладывается, мы ее берем, мы ее читаем, да, то есть не идеально, что-то откладываю в будущем, но обязательно это будет. Ну и наверняка еще ваши личные предпочтения, конечно же, да, что близко к душе и сердцу, что хочется посмотреть, оплатить. Ну, кстати, по поводу Васи Железнова я с вами поспорю, а может быть и школьники пойдут послушать, посмотреть, ну и в качестве, наверное, еще и ознакомления со школьной программой. А вот это самое страшное. Я когда работал в театре, когда мы там играли «Капитанскую дочку», приходил весь класс, они смеялись и, в принципе, не слушали. Когда в театр приходит класс, это же, ну, вы сами понимаете, я тут сижу, я тут ущипну, я тут там что-то сделаю. А когда они по одному приходят, то это уже по-другому восприятие. Все это тоже очень так сложно заинтересовать и по-новому, чтобы звучал текст. Спасибо. Скажите мне, пожалуйста, Наталья Борисовна, а вот с каким репертуаром все-таки вы подошли к юбилейному году? Какие постановки имели такой вот хороший успех, живой интерес? И как вообще, в принципе, реагируют зрители на постановки в библиотеке? Это же ведь, ну, не совсем классический театр, правильно же? Да, действительно, когда зритель о нас ничего не знает и приходит впервые, они с некоторым скепсисом приходят к нам, совершенно не ожидая что-то профессиональное увидеть, но уходят совершенно другим настроением и желанием вернуться еще раз. За 5 лет мы создали 10 постановок. Это получается в год по 2 театральные постановки. Начинали, конечно же, с малых форм. Можно сказать, это в большей степени театрализованные какие-то композиции, которые, может быть, можно назвать, ну, не совсем постановками, но все-таки близкими к театрализации, и актеры там достаточно серьезные уже заняты и представляют спектакли настолько профессионально, что кажется, что это не просто композиция, а действительно идет действие в формате спектакля. Но мы, конечно же, поставили цель привести наши постановки на форматы более объемные, которые состоят из нескольких действий. Единственное препятствие – у нас сцена не предполагает смену костюмов, у нас нет кулис, закулисья. Вот как раз хотела и спросить, а как же костюмы, декорации, музыка, свет? Но ведь если браться за это дело, то, наверное, все-таки браться... На достойном профессиональном уровне, согласна с вами. Но очень хорошее время мы живем. Сегодняшний современный театр предполагает любую форму смены костюмов. Здесь можно просто на виду зрителя, меня поддержит, наверное, Игорь, можно менять образ совершенно смело, и декорации достаточно могут... какого-то элемента, очень, да, мобильно все. Мы продумываем это изначально с тем, чтобы это не было заметно и грубо не менялись наши декорации, наши костюмы, но все довольно получается более-менее профессионально. И первые спектакли, конечно же, были у нас на документальной основе, что и дало повод нам заниматься, развиваться в этом направлении дальше. Вообще, я бы сказала, что наш театр – это не просто литературный театр, но еще и документальный театр. Документальный, молодежный, литературный театр. Понятно, что когда мы предпринимаем какие-то проекты, то ставим прежде всего такие вопросы – для чего, для кого и с кем? И вот на эти вопросы ответив, мы, собственно, и взялись за большие форматы. Если первые спектакли нам показали, что мы достойны внимания, но поскольку мы хотели заявить о себе как о достойном вообще проекте для всего города, не просто для отдельно взятой аудитории, учебных заведений, студентов и так далее. Мы хотели также, чтобы к нам шли зрители, не только, может быть, знали о нас в городе, но и по области. И у нас случалось, что мы выезжали так называемыми гастролями, выездные спектакли у нас в том числе были.
И самые большие уже постановки у нас случились в предпоследние годы, вот до юбилея, последний вот этот год. Но, к сожалению, немного мешает нам вот эта вот пандемийная ситуация. Но, тем не менее, удалось прийти к такому уже уровню, когда мы позволяем себе создавать даже экспериментальные спектакли. Мы привлекаем, кроме студентов, которые у нас учатся в театральном факультете Института культуры, мы привлекаем совершенно новичков, которые, в общем-то, одаренные, имеют талант, способности к театральной деятельности, хотят себя каким-то образом в этом направлении проявить. И тогда вот как раз наша площадка – самое то место, где им этим стоит заниматься. И вот среди таких спектаклей, которые можно назвать экспериментальными, я могу назвать спектакль, который совсем недавно показали, называется «Старый гений». По Лескову Николаю Семеновичу к юбилею мы создали со студентами, которые впервые примерили на себя роль актеров. И вот совсем уже в этом году фактически, в конце прошлого и начале этого, к 210-летию открытия Царско-сельского Пушкинского лицея, мы создали театральную постановку «Лицей 1811». Но вот возвращаясь к спектаклям действительно больше форматным, которые действительно говорят о нас со всей силы, как о театре, заявившем о себе достойно, уже смело, заслуживающем внимания. Это вот, пожалуй, последний спектакль, и до этого были у нас посвящения Сергею Есенину, «Песнь любви» спектакль, и спектакль, посвященный юбилею Казимира Севериновича Малевича, который называется «Диктатура квадрата». Невероятный успех имел этот спектакль. Опять-таки мы показали две премьерные, два раза показали и не успели дальше охватить большее количество зрителей, поскольку пандемия вот это началась. Но вот, вот этот спад пандемии позволил нам все-таки к 200-летию Достоевского подготовить еще один документальный практический спектакль, но мы опираемся на литературную, прежде всего, основу, на творчество Достоевского. И вот это сочетание документальности и художественности, вот такой продукт родился у нас под названием «Достоевский дуэль со временем» по мотивам романа «Игрок», который, кстати, тоже отмечает свой юбилей. В прошлом году отмечал 150-летие. Да, ну вот все-таки, Игорь Игоревич, скажите о своем проекте, кто в основном принимает участие в читках, кто зрители, и, конечно, вот ради чего вы работаете, вот ради кого эти проекты? Как все, три больших вопроса прямо задали. Так как я преподаю, веду актерское мастерство, большинство, да почти все мои ученики, то есть, которые прошли какие-то курсы, я их заметил, посмотрел. Мы говорим посмотрел. Об институте культуры, да? Нет, мы не говорим, я имею в виду просто о курсах актерского мастерства. То есть там нету людей с профессиональным театральным образованием. Да. То есть они пришли ко мне на актерские курсы, я их, так сказать, вырастил и забрал к себе в театральный проект, собственно, «Голоса пьес». Для кого? Вы знаете, так произошло, когда мы начинали, был полный зал студентов. То есть молодежь, студенты где-то от 20 до 30 лет. А за три года так произошло, что публика повзрослела, и некоторые из как раз студентов стали приводить своих родителей. И для меня это очень интересно было, когда сидит, я уже вижу постоянно, как бы наша зрительница, она привела свою маму. Там другая привела там еще кого-то, знакомых своих родственников. И сейчас у нас возраст чуть увеличился. То есть как раз у нас такая публика от 20 до 50. Ну, так плюс-минус, я так могу сказать. И мне это очень приятно, потому что взрослые люди, иногда у нас очень много, вот как говорила уже Наталья Борисовна, у нас тоже есть эксперименты, мы экспериментируем именно с современным текстом. Конечно, а взрослых заинтересовать, взрослых, конечно, да, сложнее, да, потому что опыт же больше уже, да. Да, мне нравится, однажды зритель сказал, он говорит, я вот не принимаю то, что вы сейчас сделали, но я приду в следующий раз посмотреть. Я прям думаю, интересно. И как раз вот для этого и делаем, чтобы по-новому открывать какие-то тексты забытые. Мне очень нравится, когда мы работаем с забытыми текстами, которые никто не знает. Карл Чапик «Жизнь насекомых». Замечательная пьеса. Мы с нее как раз начали, три года назад у нас была первая читка, это как раз мы читали эту пьесу. Но она не идет в театрах. Почему она не идет, я не могу понять. Она интересная, она игровая, много зрителей, много актеров занято, то есть можно занять всю труппу, я уже с точки зрения так, режиссуры, да, говорю, но забытая пьеса. А вот так, наверное, как-то проект идет, развивается, зритель, мы всегда говорим, у меня есть ограничение 16+. Единственное, которое ограничение я ставлю, потому что мы говорим на взрослые темы. Все остальные, пожалуйста, приходите. И мне нравится, что разношерстная публика, которая приходит к нам. А вообще, как пришла идея создания такого проекта? Ну, это, наверное,
Самара же вообще славится читками. Если вы помните, в Тольятти Голосова 20, когда майские чтения были, это же вообще всегда витало в Самаре. А когда я был студентом, это тоже еще было, присутствовало, и потом в какой-то момент это все исчезло. Ну, то есть, прям, наверное, лет 5-7 вообще это никто не делал. Никаких читок не звучало, ничего. Потом появился проект, в котором я тоже был, уместный театр, который начинал эти читки, и потом от них отказался. И у меня пришла идея, а что если сделать? А что если возродить это читки, именно не спектакли, именно читки? Актеры ходят с текстами. Они читают, но в то же время играют. И вот это зашло, и это пошло. Я хочу сказать, что в Самаре опять возродились читки. Несколько коллективов делают это. Я смотрю, уже приглашают, там в интернете вижу. То есть мы возродили опять эту историю читок, и мне это очень нравится. То есть создается такая здоровая конкуренция, да? Да, 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 да. И по-другому звучит. Как уже вот говорила Наталья Борисовна, современный театр – это можно из всего сделать. То есть минимализм. Раз, и ты уже превратил в спектакль, ты уже сделал. У нас, например, была читка, мы делали в Струковском парке. Мы там сидели, читали сказки, русские народные сказки, вне обработки, и как раз общались со зрительным залом. Вот это мы не, как нам не нужна сцена, да, как такая, да, мы можем делать это где угодно. Как библиотека, в библиотеке, например, мы на абонементе делали пьесу Миттерлинка «Слепые». Миттерлинк «Слепые» мы делали в таком в иммерсивном состоянии, когда зритель просто хаотично сидел с закрытыми глазами, и все действие происходило вокруг них. Интересно. Наталья Борисовна, вот в вашей библиотеке бывает очень много молодежи. Скажите, пожалуйста, вот если коротко, да, рассказать, что сейчас интересует современную молодежь библиотеки? Если я скажу, интересует литература, вы, наверное, не совсем поверите мне, да? Да, почему нет? Ну, на самом деле, это так и не так, потому что все-таки наша библиотека, как и все остальные библиотеки в нашем городе, они остаются литературоцентричными, как я уже говорила. И основные проекты наши опираются на книгу. И даже вот, казалось бы, выставки, которые предполагают совершенно разное присутствие, не только литературное, но, может быть, и об искусстве, о науке можно рассказать. Но ведь все это идет через книгу. Но, конечно, нас интересует прежде всего художество и литература, хотя наиболее популярной сейчас становится тавтология, это научно-популярная литература. И вот когда мы ставим, даже делаем постановки в театре, мы опираемся на документальные книги, чтобы нигде факты где-то не исказить. И получается, что художественная литература всегда в соседстве с документальной, и вот это все интересует. Но если это еще ведется в диалоговой форме, на дискуссионной площадке, все это становится гораздо актуальнее, и когда можно молодежь самой присутствовать и при этом принимать активное участие, живое, вот это вот общение, оно прежде всего интересует, и когда это общение дает возможность еще и узнать больше о литературе, о героях произведений, о писателях. Вы знаете, у нас есть сюжет моей коллеги Виктории Шарой. Вот как раз что интересует молодежь в библиотеках, что читает молодежь. Давайте посмотрим его все вместе. Мы с мамой из каждого города привозим книжку. Это из Москвы, это из Санкт-Петербурга, это из Турции, это из Чехии. И это не единственная семейная книжная традиция. Еще Алиса вместе с мамой перед сном каждый вечер читают. Правда, теперь, когда девочка пошла в первый класс, предпочитает делать это самостоятельно. А по выходным ходит в библиотеку, где Алиса сразу бежит в отдел приключений. Случаются они и с ней самой. У меня в библиотеке было приключение. Я получила там шрам. Я пролезала через дыру, и ничего она не считала, встала раньше времени и рассекла себе лоб почти что до костей. И теперь у меня память на лбу от библиотеки. Вопреки расхожему мнению, и библиотекари, и детские психологи хором утверждают, современные дети читают. Вот только чаще предпочитают новых авторов, а не признанных мастеров приключений вроде Жюля Верна или Фенимора Купера. Я думаю, переживать особо не стоит, потому что уж очень сильно современная жизнь отличается от того, о чем они писали. Если, грубо говоря, предыдущие поколения до интернета еще худо-бедно могли примерно понять, о чем там писалось, почувствовать это на своем опыте, то сейчас поколение, которое растят тревожные родители, не пускающие никуда без телефона, ну какие там приключения, ну честное слово.
Библиотеки от жизни не отстают, готовы предоставить читателям как современное пространство, так и достойное наполнение. Для малышей здесь есть книги с запахами. Стоит потерять картинку, на которой нарисован пирог, и воздух наполнит ароматы выпечки. Для тех, кто пока читать не умеет, в библиотеке есть вимельбухи. Вимельбухи – это книжки-картинки, которые не имеют текста, но это книжки, с которых может начать свою любовь к литературе, да, воспитание любви к литературе, даже самые маленькие ребята, которые еще не умеют читать. То есть совместно с родителями они эти книжки разглядывают, рассматривают. У младших и средних школьников популярны книги армянского автора Нарине Абгарян. Ее серия про шоколадного дедушку, Манюня. Любят они и сказки Свена Нурквиста о приключениях кота. Из отечественных авторов популярны Ирина Зартайская и Сергей Георгиев. Читают и самарского автора Викторию Лидерман. Ее книги сейчас переводят на разные языки мира. А по сюжету произведения «Календарь мая» снимается фильм. Что касается подростков, то они порой приходят в библиотеку, чтобы почитать книги по совету своих родителей, но чаще предпочитают фэнтези или книги о сверстниках. Все-таки, да, классический язык литературы, он уже немного уходит от восприятия детьми. Им хочется, чтобы с ними говорили на их языке. Им были знакомы слова, им были знакомы проблемы, хоть они и актуальны, и в классической литературе, но все-таки подростки есть подростки. Старшие школьники увлеченно читают детективы Екатерины Вильмонт и фантастические детективные истории Александра Иванова. Книги Натальи Щербы. У них также популярны серия книг «Часодеи» и серия Эрина Хантера о котах-воителях. Некоторые подростки предпочитают не столько читать, сколько писать. Фанфики и фэндомы. Это их собственное продолжение историй на основе определенных миров. К примеру, «Гарри Поттера» или «Звездных войн». Библиотеки готовы предоставить нужные книги и студентам. Если их не оказалось на полках, Центральная детская библиотека бесплатно предоставит доступ к фондам электронных библиотек. Игорь Игоревич, вот скажите, пожалуйста, все-таки, да, классическая литература, художественная, классическая книга интересна, и она будет актуальна всегда. А вот аудиокнига, насколько сейчас актуальна? Ух, аудиокнига тоже очень актуальна. Мы все пересели в машины, да, сейчас очень много машин, и, к сожалению, невозможно читать. Ну, сами, да, посудите. И поэтому легче включить книгу и как раз ее послушать. Либо на тренировке, на пробежке и аудиокнига. И вот в библиотеке год назад у нас родился проект «Текстура». В чем ее смысл? Мы записываем совместно с нашими актерами «Голосов пьес», мы записываем небольшие книги, то есть аудио такие, выступления. Вот в этом году мы начали со Станиславского, то есть мы читали отдельные главы Станиславского. Это тоже очень обидно. Современные люди, не театралы, вообще не знают Станиславского. Хотя Станиславского сейчас переписали и, например, используют как учебник для ораторского мастерства. Ну, казалось бы, да, а в России как-то, ну, не очень... Записываются главы, которые небольшие, где-то 20-30 минут в среднем идет аудиокнига, и как раз вы ее можете прослушать. То есть два раза в месяц выходит небольшой какой-то... Это формат лекций таких получается, да? Просто берется текст, да, и записывается. То есть голосом его там обрабатывается. Мы всегда обязательно делаем художественное какое-то произведение один раз в месяц, да, и какое-то вот такое научное, как сказать, исследовательское второй раз в месяц. И, как показывает практика, зрителю это интересно, слушателям слушают, смотрят, да, выкладывается на Ютубе обязательно, и отдельно аудиодорожка, которую можно всегда себе Каким образом это можно найти в поисковике, вот даже на проект известной текстура, платформе? Да, просто забиваем «текстура», и как раз там выйдет. Мы будем первыми, потому что мы единственные. В Самаре пока мы как бы это делаем, вот для меня это очень важно, сделали первые. И опять же, знакомство с какими-то текстами, которые забыты, которые, да, публика не совсем знает. Вот это для меня очень важный момент. Какая миссия, вернусь к тому вопросу. Да, конечно. Миссия – воскресить интерес к литературе. То есть даже тот Николаевич, Лев Николаевич Толстой, замечательные рассказы про детей, ну, детские рассказы. Кроме Филипка и про волков, кто-нибудь знает еще другие, да? Никто не знает. Почему не знает, да, опять? Сделали, воскресите, чтобы зритель узнал их. Наталья Борисовна, расскажите, пожалуйста, вот какие еще, может быть, интересные выставочные проекты реализуются в вашей библиотеке? Может быть, есть какие-то еще интересные партнерские отношения, тандемы? Как сейчас можно говорить, коллаборации? С кем сотрудничаете? Да, действительно, наша библиотека славится выставками. Выставочные проекты – это довольно распространенная форма деятельности в нашей конкретной библиотеке. И если брать выставки отдельно, то, пожалуй, вот
такое рассмотрение не даст никакой результат. Все выставки у нас создаются в комплексе, в сочетании нескольких проектов одновременно. То есть выставочный проект является частью какого-то еще более объемного проекта. И вот несколько проектов образуют, например, в случае с Казимиром Малевичем создавался спектакль «Диктатура квадрата», появился выставочный проект «Пятое измерение квадрата», и все вместе формирует новый проект «Казимир Малевич» под названием. Но все-таки для какой аудитории вот эти вот ваши проекты? Наша библиотека является молодежным центром в первую очередь. И вот такие имена, как Казимир Малевич, даже тоже Федор Михайлович Достоевский, они прежде всего интересны, ну, все-таки молодежи, потому что это такие знаковые имена, авангардные, что ли, для своего времени. И если сейчас вы проведете опрос, какие писатели в первую очередь читаются в молодежные, среди молодежи, в первую очередь вам на первое место выйдет фамилия Достоевский. Если спросите, какие художники наибольшим вниманием пользуются, конечно, Казимир Малевич тут как тут появится. И вот выставки у нас поэтому и появляются объемные, чтобы со всех сторон показать эти персоны, со всех ракурсов. И глубокое понимание наступает только в том случае, если не разово это возникает, а систематически. И развивается проект вширь и в глубину. Вот если мы берем проект «Малевич», соответственно, нам хочется узнать, а будут ли другие предложения, касающиеся тех же художников, авангардистов, будут ли постановки, касающиеся тех же новых имен, которые пользуются славой в молодежной современной среде. Да? Ну, если говорить об этом, можно вспомнить наш, вот, как вы говорите, коллаборация. Существует действительно, у нас есть партнерские взаимоотношения с музеем истории русской литературы имени Владимира Даля. Благодаря материалам этого музея мы имели возможность показать выставки, посвященные таким известным писателям, представителям Серебряного века, как Сергей Есенин и Владимир Маяковский. И, конечно же, эти поэты в первую очередь читаемые среди молодежи. Молодежь обожает вот эти имена, их поэзию, их творчество. Ну и, как я уже сказала, Достоевский тоже имеет значение. Поэтому вот в этой тройке следующая выставка, вот три выставки мы имеем возможность показать от этого музея, является как раз Достоевский семейный альбом. И недавно совершенно в связи с тем, что был юбилей, мы рассказывали о Достоевском вот так же в комплексе. Спектакль «Достоевский. Дуэль со временем» плюс выставка «Достоевский. Семейный альбом». Отдельно ничего у нас не существует, мы даем полный объем информации и с тем, чтобы и визуально посмотреть, и услышать, и то же самое с Сергеем Есениным. Выставка и спектакль. Хорошо, я вас поняла. Наверное, вот последний вопрос, который успеваю сегодня задать, так вот быстро пролетело время, очень интересно вы рассказываете. А вот давайте, знаете, на какую тему порассуждаем? Вот все проекты, вот вы сейчас рассказываете, я вас очень внимательно слушала, ваших коллег, которые приходят и рассказывают в библиотеках о таких, да я не побоюсь этого слова, действительно грандиозных, масштабных проектах. Это и мастер-классы различные, и выставки, и опять же театр. Но вот все же эти проекты направлены на единственное, на привлечение читателя в библиотеку. А вот есть ли какие-то цифры, статистики или, возможно, опрос? Вот за последние 5 лет больше стало читать и приходить в библиотеку благодаря, опять же, вот внедрению таких больших проектов? Я думаю, что это однозначно. Во-первых, наша библиотека модельная, и тут у нас столько средств привлечения молодежи, не только книжная, вот этот фонд, который постоянно у нас обновляется, и в рамках проекта, у нас проекта культуры мы получили достаточно много литературы новой, почти 3000. И новинки всегда интересуют в первую очередь. Фонд — это да, это главное. Но именно для того, чтобы популяризировать этот фонд, мы создаем вот такие дополнительные проекты, в том числе театральные, выставочные. Это все формы раскрытия нашей основной литературы. И молодежь, конечно же, не остается в стороне, когда приходит просто провести какое-то досуговое, поучаствовать в мероприятии. Они обращают внимание сразу же на окружение, потому что да, наверняка не только молодежь, но и более взрослые,
городское население, которые да. есть чем сравнить, что было раньше в библиотеке и что есть сейчас. Благодарю вас за участие в программе. Спасибо большое. Удачи вам в реализации ваших творческих замыслов. А вы, безусловно, люди очень творческие. Поэтому всего хорошего. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город С». Ну и, конечно, идите в библиотеки. Там для вас приготовлено очень много интересного. Всего хорошего. До свидания.